Оперативники антикоррупционного управления при силовой поддержке ОМОНа начальника отдела одного из крупных предприятий Рязани взяли с поличным прямо во время получения денег от посредника. По версии следствия, Рязанский завод и саратовское предприятие – партнеры. И первый получал от саратовской организации комплектующие для изготовления приборов. С 2017 года по настоящее время 58-летний сотрудник рязанского предприятия, который также является заместителем председателя закупочной комиссии своего завода, за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции саратовского предприятия получил от 57-летнего директора этой организации более 9 300 000 рублей. Во время обысков в рязанском и саратовском предприятиях, а также в местах жительства фигурантов были изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Следственным управлением Следственного комитета России по Рязанской области на основании предоставленных УЭППК УМВД России по Рязанской области материалов в отношении 58-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде ареста. Олеся Котровская, телекомпания «Город».